Вот что бывает, когда сдаешь комнату в хорошей квартире незнакомым людям. Блять, это пиздец. Трусы какие-то висят. Такое чувство, что тут, блин, 40 гастарбайтеров жили. Чувак, тут коркой просто в стакане покрыто все. Блять, это ужас просто. Я такого в жизни в своей не видел. Охуеть. Пицца заплесневела. Заплесневела картошка фри прям на кровати. И она спит круто. Чтобы слюни не текли, просто подложила полотенчик. Ни простыни, ни наволочки, ни пододеяльника, нихуя, зачем что нужно? А, боже мой. Ебать. Она за 2 месяца ни одну коробку не выкинула, это 100%. Как можно спать здесь? Просто кем нужно быть? Я не удивлюсь, если тут какие-нибудь презервативы лежат или самотык. Да. Я в шоке.